Весна, 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 любовь, любовь. Мы благодарим Кристину Чен и шоу «Балет. Сенсацию» за такую веселую, яркую песню, ну и за то, что тут немножечко нам подняли настроение вместе с Ваней. Во-первых, всем добрый вечер, даже говорить еще не можешь. Добрый вечер, Ваня. Ксюша, рад тебя видеть. Взаимно. Но мне кажется, что ты был очень рад видеть не только меня. Не без этого. Ну и всех наших телезрителей. Ты знаешь, я сегодня готовился к программе и нашел любопытную новость. В Канаде, оказывается, полвека существует таинственный лес. Ну, таинственный он только в кавычках, где на деревьях висит обувь. Значит, в одном из лесов, расположенных в канадской провинции Онтарио, люди уже полвека оставляют эту обувь, ее прибивают к деревьям, вешают на ветках, просто кладут на землю у подножия деревьев. Кто-то из жителей Канады уверен, что это художественная инсталляция, другие полагают, что все началось с шутки местных подростков. Но правда никто не знает. Просто появилась какая-то, ну, традиция, ну, мода, может быть, какая-то. Может, так вот старый башмак повесил, загадал желание, оно исполнилось. Например, появился новый башмак, да? Да? Мне кажется, вот после сегодняшней нашей программы где-то под Витебском появится такой таинственный лес, куда будут все относить старую обувь, потому что все захотят купить что-то новое. Ты знаешь, что, Ваня, я с тобой согласна. Я думаю, что не будем держать интригу. Сегодня мы поговорим о качественной, красивой и очень стильной, модной, современной обуви. Сделанной в Витебске. Итак, мы начинаем нашу программу. Я с удовольствием представляю гостя за нашим круглым столом. Михаил Михайлович Шатунов, заместитель генерального директора компании «Белвест». Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Михайлович, ну, 30 лет – это такой очень прекрасный возраст. С одной стороны, молодой, а с другой стороны, это уже определенные успехи, определенные достижения. «Белвесту» в этом году 30 лет. Ну да, в этом году «Белвесту» 30 лет с даты его официального основания. Если говорить об истории создания, то предприятие как совместное предприятие начинало зарождаться в 1987 еще году. И уже в феврале 1988 года на уровне правительства Советского Союза было принято решение о создании, подписан учредительный договор между участниками. И когда официально в Министерстве финансов Советского Союза была произведена запись регистрационная, это было 17 июня 1988 года. Вот с того времени мы и ведем свое исчисление в истории теперь уже нашего государства. Вот таким вот образом все и происходило. А история действительно большая, история серьезная. Если говорить об истории, то, наверное, нужно понимать, что 1988 год – это закат Советского Союза. Брежнева почти забыли, Андропов, Черненко ушли, пришел великий реформатор Горбачев. И вот тогда еще не совсем понятно было, что будет со страной, что будет с промышленностью. И вот на волне этого всего, представляете, время, когда образовался «Белвест». Было очень трудно, было сложно, но тем не менее немецкая фирма «Саламандер» пришла с таким предложением для того, чтобы, так скажем, понимая на обломках самовластия, воздвигнуть такое предприятие. Предприятие на тот момент действительно было самое передовое во всем передовом, что могло быть в производстве такого вида продукции в Европе. Но я знаю, что вот самые первые ботинки, которые выпустили на предприятии, эта модель выпускается до сих пор. Это, скажите, верность традиции, это настолько удачная модель, то есть она пользуется спросом, не просто же так выпускают. Ну, конечно же, просто так бы не выпускали. Наверное, нужно сказать, с точки зрения выпуска-то моделей, когда пришли на тот рынок, я вспоминаю время, это было опять-таки тяжело, я в то время был в Москве, вот 90-й год, могу вспомнить, что с точки зрения приобретения обуви, мне пришлось в 8 часов утра возле магазина Буфного занять очередь для того, чтобы в 19 часов в магазине потом реализовать свои желания для приобретения обуви. Это было такое тяжелое время, и, конечно, нужно было. А та обувь, которая пришла в Советский Союз вместе с фирмой «Саламандер», это было новое, это было передовое, это было хорошо подготовленное. И тем более, что этого не хватало, я же говорю, какая была ситуация, какая была история во всей стране. И открылись-то очень вовремя. А что касается этой пары, действительно она производится, она нравится покупателю, а зачем отказаться от того, что нравится? Даже если говорить о производстве, вот смотрите, Если мы сегодня выпускаем сезонно порядка более 1500 артикулов, то на тот момент это начиналось где-то с 30 чуть более артикулов выпусков бы. И вот представляете, за этот период времени, как поменялась ситуация и как стал работать Белвест за эти 30 лет. Но ведь еще и торговая сеть у вас достаточно широкая. То есть если первый магазин открылся в Беларуси в 1991 году, за рубежом он открылся в 1993, у меня здесь есть подсказочка, ну, конечно. Я все знаю, вот, то сейчас можно говорить вообще о широкой торговой сети. Сегодня Белвест – это не только производственное, а это производственно-торговое предприятие, и мы себя позиционируем, даже тут сказать, чего больше сложно, но нам так со всех сторон удобно работать, и с точки зрения производственной, и с точки зрения наших магазинов, потому что в Беларуси мы имеем более 50 магазинов, и на территории Российской Федерации эта цифра приближается или уже, наверное, перешагнула 400 магазинов, потому что она постоянно меняется. И нам удобно работать в этом режиме, потому что мы всю свою продукцию имеем возможность продавать там, где мы ее хотим продавать. И там, где мы знаем потребности нашего покупателя для продажи нашей же продукции. Мы изучаем, смотрим. И я думаю, что разговор будет вести сегодня не только со мной, а с другими нашими специалистами. Они скажут, как мы к этому подходим, как мы этим занимаемся. Это серьезный, большой и очень такой скрупулезный процесс. Я знаю, что к 25-летию, к своему такому юбилею, на Белвесте была выпущена 40-миллионная пара. Это были очень красивые женские летние босоножки бирюзового цвета, как сейчас перед собой вижу. Мне, кстати, кажется, что модель актуальна, кстати, была бы и сегодня. А вот если говорить о 30-летнем юбилее, о 2018-м, скажите, сколько пар выпущено примерно? Ну, я думаю, что мы уже подходим. Сейчас абсолютно точно не скажу, цифра меняется. Но то, что за 48 миллионов, то уже точно мы перешагнули и будем двигаться дальше. Я почему говорю, что сегодня ведь не стремление выпуска большего и большего и большего количества, а сегодня предприятие работает на качество, на разнообразие выпускаемой продукции, на то, что будет нравиться сегодня. Вот на полках даже здесь стоит продукция, которую вы видите, я думаю, вы будете демонстрировать. В магазинах-то видно сегодня, как изменилась продукция нашего предприятия. Посмотрите, какие новые технологии, какие сегодня новые виды коштовара, с которым мы работаем. Мы сами стали выпускать то, что нам необходимо. Предприятие модернизировалось, и мы пришли к тому, что мы сегодня можем на своем предприятии из, ну, грубо говоря, того полуфабриката коштовара, с которым мы работаем, делать то, что нам нужно, то, что нужно нашему потребителю. Мы сегодня сами красим, сами наносим пленки, сами делаем подготовку каблуков, сами начали работать с подошвой. Посмотрите ту продукцию, которая принтованная есть, ведь ее никто на территории Республики Беларусь, да, в общем-то, и на территории Российской Федерации не применяет. Мы первые, кто начал заниматься этой технологией производства. Предприятие передовое, предприятие во всех отношениях передовое. И я не постесняюсь сказать, что сегодня в Беларуси это лучшее обувное предприятие. Оно признано лучшее обувное предприятие. А скажите, пожалуйста, вот как, ну не в пропорциональном соотношении, но поровну ли делится обувь, которую производится для женского пола и для мужского? Или все-таки, может быть, кому-то нужно обуви больше, и поэтому, например, женской больше вы производите? Мне кажется, девочкам точно нужно больше обуви. Да даже и не потому, потому что сегодня ведь притязательность мужчин к обуви не настолько, хотя и мужчины серьезно относятся к тому, что они носят на своих ногах. Но женщины, ведь вы знаете, что сегодня женщина для того, чтобы выйти из дома, должна пересмотреть несколько пар обуви сезонной, которые у нее есть, и одеть просто одну невозможно. Так и производство. Ведь производство смотрит об этом. И, наверное, мы сегодня больше направлены на производство обуви женской. И ее интереснее производить, и она выглядит лучше, и так далее, и так далее. Но мне кажется, больше простора для полета фантазии все-таки. Естественно, и в полете фантазии. Но сегодня можно говорить не только об этом. Я думаю, что мы сегодня и увидим ту перспективу, которая будет, это с выпуском детской обуви. Мы до этого года этой продукцией не занимались по определенным причинам, но теперь мы видим, что не только женская, как вы говорите, в основном количестве, но и детская, она уже нужна, и мы сегодня готовы этим заниматься и приносить радость скромную радость мужчинам, большую радость женщинам и начинает приносить и определенную радость детям. Да. Скажите, пожалуйста, 10 лет назад вот Белвест зарегистрировал свой товарный знак в 10 странах. Это США, Китай, Италия, Франция, Германия, Польша, Молдова, Эстония, Латвия, Литва. Это говорит о том, что в этих странах носят обувь Белвест. Можно говорить и об этом, что носят обувь Белвест. Я не могу сказать. Знаете, как не обязательно страна, в которой зарегистрирован знак, носит обувь. Ведь люди приезжают, покупают эту обувь и как на территории Республики Беларусь, так и Латвийской Республики, так и Российской Федерации. И куда она потом поехала, ведь мы не знаем, но она едет во все страны. Она нравится, ее любят, она качественная, о ней хорошие отзывы. Так что могут носить везде. Можем найти и в Канаде, и в Америке, и в той же Италии, ну и в том же Китае, почему нет? Мне кажется, вот в стране, в Италии особенно, да, все же знают, что Италия – это обувная страна. Если там кого-то встретить в обуви Белвест, мне кажется, дорогого стоит. Я знаю, что вы очень активную связь поддерживаете с покупателями за счет того, что у вас активно развиты социальные сети. Вам даже раньше прислали обычные письма, бумажные, наверное, сейчас таких уже не пишут, больше электронные, с фотографиями себя любимых в обуви Белвест. Вот скажите, пожалуйста, может быть, в какой стране такой наиболее активный отзыв идет все-таки от покупателей? Если мы будем говорить о Беларуси и России, да, это совместное предприятие, где Белвест любят больше? Можно как-то выделить? Вот сказать о любви, тема такая интимная, да? Сказать о любви, где любят? Любят, может быть, везде, но не все об этом признаются. Пишут отовсюду. Больше, конечно, наши граждане Республики Беларусь, потому что предприятие белорусское, несмотря на то, что оно называется белорусско-российское, но больше белорусское, здесь предприятие, здесь производство, здесь наши рабочие, в общем-то, база здесь. Больше пишут отсюда, потому что и гордость за свою промышленность, гордость за свою обувь, и люди нам пишут, и в том числе уже больше идет электронных обращений. Ну и в Российской Федерации тоже. Мы ведь работаем в Российской Федерации, если брать север на юг, это от Мурманска и до Владикавказа. И если с запада и на восток, то уже зашли за Урал и за Байкал, и находимся там. То есть не обязательно, что они пишут на предприятии, они высказывают свои мнения, люди, качеством нашей обуви. И в наших магазинах, которых, я сказал, уже более 400 на всей этой территории, о которой я сейчас веду речь. Нам это приятно, мы это учитываем, мы на это обращаем внимание. Пишите нам, люди, мы будем с удовольствием принимать. Ну, вы открыты для каких-то предложений, наверное? Вообще предприятие с точки зрения не только открытости за пределами его. Предприятие настолько прогрессивно во всем, не только с точки зрения оборудования и продукции, а с точки зрения идей, которые возникают на предприятии, тех специалистов, которые работают, оно и здесь открыто. У нас приветствуются любые предложения, которые вступают от наших специалистов. Вообще любые, даже, ну, скажем, не совсем с точки зрения кого-то реальные. Мы и нереальное принимаем. Но и также общаемся и с теми, кто нам дает какие-то предложения, другие со стороны. Мы открыты всегда. И всегда даем ответ даже... Ну, может, на те вопросы, которые не всегда нам нравятся, но мы все равно на них отвечаем. Я знаю, что для создания одной пары обуви необходимо 250 человек. А если говорить вообще о коллективе предприятия «Белвест», то сколько человек сегодня трудится? Сегодня производит обувь порядка 2500 человек. Это процесс большой, многооперационный, процесс серьезный. Вот, кажется, берешь в руки... паровые. И думаешь, ну что тут вот такого? А вы правильно сказали, что вот больше 20 человек участвует в этом процессе, серьезное большое производство. Производство уже сейчас думает о том, чтобы переходить на более серьезную механизацию, на роботизацию. Сегодня роботы работают в некоторых цехах, количество роботов увеличивается и в пошиве обуви, и в раскрое обуви. Мы сейчас думаем и о дальнейшей роботизации. Но человека не заменишь. В любом случае, это руки, это процесс ручной для того, чтобы это довести. А еще плюс же ее нужно продать. И в наших торговых предприятиях работает более 2000 человек на всех тех территориях, о которых я говорил. То есть это огромное, серьезное, большое предприятие, требующее постоянного внимания. Вот посмотрите, нашим предприятием с момента его образования или перехода как совместное белорусско-российская, как Юрий Иванович Суманев его принял 15 лет назад. Так вот, 15 лет письменный генеральный директор и с основным составом работает, потому что ну, нельзя на такой серьезной работе часто менять руководителя. Я думаю, что он будет с нами работать. Поэтому под него подстраивается коллектив, под него все заточены под желание наших покупателей. Движемся дальше. Ну, здорово. Поздравляем вас с юбилеем. Огромное спасибо, что в этот вечер пришли к нам сегодня в студию, рассказали много интересного. Ну, веселого праздника вам, хорошего, запоминающегося, конечно. Еще есть время для подготовки его. В июне прозвучат фанфары, да? Да. Вот. Ну, мы уже торопимся самыми первыми поздравить. Спасибо большое. С наступающим праздником, с наступающим юбилеем и хорошего вам вечера. Спасибо вам большое за хорошие пожелания. И вам всего доброго. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Традиционная рубрика «Саша Каринман вышел в народ и узнал тоже много интересного про обувь». Всем привет! Рубрика «Поводи в телек» продолжает бродить по городу. И за это время, пока мы снимаем передачу, я уже истоптал не одну пару сапог, ботинок и прочей обуви. Сегодня мы о ней говорим про обувь, узнаем, что носят люди, что покупают и какие предпочтения у них при выборе обуви. Поехали! На что вы обращаете внимание, когда покупаете обувь? В первую очередь. На цену. Как вы к Белвесту относитесь? К Белвесту? А вот как раз купил. Вы знаете, положительно. То есть нормально носите? Нормально, можно. Какой, на ваш взгляд, самый главный критерий при выборе обуви? Вот. Подошва. А что с ней должно быть? У меня она вечно ломается. Подошва? Это, наверное, очень гибкая пятка. Ты согибаешь. Я нашла обувь, у меня сломалась подошва, я иду покупать обувь. Ну, знаете, бывают кроссовки, бывают обувь на каблучках, сапожки, туфельки. В какой обуви по жизни чаще всего приходится ходить? Вот по времени, вот если взять, вот так проанализировать, в чем чаще всего ходишь? Ну, по сезону, вообще в ботинках. Каблучок? Нет, без каблучка. На каблуках не ходишь? Хожу, на редко. Не получается, неудобно, да? То есть... Нет, практичнее выбирать обычную обувь на плоской подошве. А обувь вообще, у вас в первую очередь цена вот для вас играет роль? Или все-таки вы смотрите, там, как прошита кожа, натурально? В первую очередь, натуральная кожа прошита. Какой длины ваш каблук, и мы вас отпускаем? Не знаю, не мерила. Можно? У меня сейчас просто линейка с собой. Сейчас мы... Да я шучу, нет у меня линейки. Скажите, вы когда обувь выбираете, на что в первую очередь внимание обращаете? На ценник, да, и на красоту. То есть на материал. Главное для девушки это красиво, что было. Нет. На что смотрите, когда выбираете обувь? Скажите нам, честно, признавайтесь. На что? На цену? Ну да, цену. Сколько должны стоить женские сапоги вот на зиму? Вот нормальная цена для женских сапог. Ну какая? Ну давайте. Соизмеримо с нашими зарплатами. 200 рублей. Дорого или 200? Нормально, 200 рублей. Вот вы, когда выбираете обувь, на что в первую очередь обращаете внимание? Ну, конечно, сначала на модель, чтобы немножко симпатичнее была. По ходу жизни, вот если проанализировать, в какой обуви вам чаще всего приходится ходить? Вот кроссовки, кеды, сапоги, туфельки, что вы чаще носите? Туфельки. Каблучок? Кроссовки, очень каблучок обычно всегда. Небольшой или? Ну, до 7 даже и выше. Это куда вы так ходите? Ну, если я где-то на прогулочку иду, то я, конечно, обуваю спортивную обувь. А так, конечно, все каблуки. Как вам наши компании? Белвест, как вам, например? Замечательно. Приходится? Мне в основном их сапоги, обувь, сандушки и туфли. Ну, здорово, что выбираете витебских производителей. Я давно их покупаю, мне нравится. Покупайте только качественную обувь и за хорошие деньги. На сегодня все, пока. Продолжаем нашу программу. Я с удовольствием представляю гостей за нашим круглым столом. Это Есьман Инна, менеджер по развитию женского ассортимента компании «Белвест», и Крюк Виталий, менеджер по развитию мужского ассортимента компании «Белвест». Добрый вечер. Здравствуйте. Как настроение? Празднование, собственно говоря, состоится еще через пару месяцев, но я знаю, что вы готовитесь к нему и готовитесь именно по рабочим моментам, по рабочим вопросам. Вам есть чем похвастаться? К чему пришли к юбилею? Спасибо. Да, настроение у нас супер, потому что мы всюду и всегда успеваем. Особенностью современного мира является динамичность и быстрота развития ситуации. поэтому главной задачей мы ставим перед собой это перенести самые современные тренды, модные тренды, современные тренды на полки наших магазинов для наших покупателей. За несколько последних лет нам удалось создать очень современную студию разработки, где работают талантливые модельеры, у них современное программное обеспечение, у них возможность посещать крупнейшие мировые европейские выставки и возможность реализовать свои идеи буквально в течение недели-двух на базе нашего предприятия. Это происходит потому, что мы используем самые современные технологии. Это и технологии 3D-моделирования, и технологии 3D-печати. У нас есть собственный участок изготовления кож, у нас есть собственный участок изготовления подошв. И любая идея, которую привозит модельер, благодаря наличию всех этих составляющих, она реализуется в течение нескольких недель и буквально через месяц-полтора попадает на полки наших магазинов. Покупатель всегда чувствует себя на современные волны. В тренде, что называется. Да, да. То есть я правильно поняла, что родилась идея у дизайнера, и вот с того момента, как она у него родилась, и до создания новой пары может пройти 1,5 месяца? Абсолютно верно. И это самое главное изменение, которое произошло. Раньше мы тратили несколько месяцев зачастую для того, чтобы современная новая обувь, современная новая идея появилась на полке магазина. Сейчас на это уходит ну максимум 1 месяц. Это все современные технологии, это все команда, это все профессиональные технологи, конструкторы, талантливые дизайнеры, ну и продакт-менеджеры, которые всем этим управляют. Это мы, да. У вас есть разделение, то есть, Виталий, вы занимаетесь мужской коллекцией, Инна, вы занимаетесь женской. Давайте поговорим о весна, лето. То есть женщины в приоритете, конечно. Женщины в приоритете. Да. Давайте начнем с женщин. Вот какие новинки, какие особенности, может быть, на что стоит обратить внимание обязательно, когда придешь в магазин Белвест этой весной, этим летом? Ну, если говорить про тренды, которые в женской обуви в 2018 году присутствуют, то, наверное, их около 5 основных. Первое – это, безусловно, цветочный принт. Мы увидели обувь с принтом еще в прошлом году, но он настолько понравился покупателям, ну, как бы зачем уходить от того, что нравится. 2018 год также продолжает. Это принт в одежде, в обуви, и он красивый, может быть нанесен как на мягкую кожу, так и, допустим, в виде вышивки на мягкий велюр или замшу. Если говорить о том, насколько эта обувь как бы удобна, практична в носке, то, ну, наверное, не под любую одежду она подойдет, но, на мой взгляд, уж одна пара в гардеробе каждой женщины быть должна. Обязательно должна быть. Да. Инна, насколько легко ухаживать за такой обувью? То есть это достаточно какого-то бесцветного крема? То есть или это нужно каждый цветочек вырисовывать определенным цветом? Это обычный рисунок, который наносится как бы пленкой трафаретной, который очень крепко кожи, ну, как бы приваривается, если уже говорить таким правильным языком, и обычный бесцветный крем, который просто, ну, поддерживает этот рисунок на, ну, таком уровне яркости, что называется. То есть ничего особенного на самом деле. А скажите, еще такой момент мне интересно стало, если я сейчас так вот... Ну, попробуйте, ну, вы не должны ничего содрать. Ничего не сдирается, даже если очень сильно постарался. А скажите, основные мотивы — это вот такие цветочные, растительность, потому что я вижу вот у Ксюши в руках, я вижу на стеллажах тоже что-то похожее. Ну, разного цвета каблучки. Да, дело в том, что как бы это на самом деле тренд, это... то, что, ну, максимально больше нравится женщинам, потому что, естественно, ну, вот вы, если там посмотрите, есть какие-то немножко другие рисунки, они могут быть достаточно футуристические. Допустим, то, что проанонсировал Михаил Михайлович про детскую обувь, мы потом посмотрим, и вы увидите, что там, естественно, не цветы, да, деткам нравится немножко другое. Ну, женщины, они такие вот легкомысленные, воздушные, они любят цветы получать, и, наверное, вот, ну, им приятно видеть их на своих ногах. Принт может быть любым, просто с учетом того, что сейчас в моде цветочки у женщин, поэтому это цветочки. Да. Да. А ты, Ксюша, сейчас держишь одну пару, это одна пара обуви, или это, давайте поясним, или это от разных пар? Ваня, ну это как ты предпочитаешь. Ну, естественно, это разные пары. Вот, да. Все, я должен был уточнить. Любовница и жена не перепутают. Да. Ну, если говорить про второй тренд в женской обуви, это на самом деле блеск, да, серебро и золото. Мы, наверное, видели это уже в осени на ножках наших замечательных покупателей, да. В коллекции «Весна-лето 2018» это развилось, немножко приняло какие-то другие виды, но тем не менее это еще отслеживается. И если раньше, ну, наверное, нам казалось, что серебро и золото это, ну, подходит к какому-то коктейльному платью, то теперь все совершенно не так. Это могут быть кроссовки, это могут быть сандалии, это может быть абсолютно разная обувь. Уже в магазинах наших есть, допустим, наш новый ассортиментная линия кроссовок, которые вот представлены именно вот в этих замечательных цветах. Здорово. Знаете, что вот еще радует? Я смотрю, вот очень люблю, когда значок такой на обуви стоит, что это натуральная кожа. То есть да, в этом Белвест постоянен. Ну, вы же знаете, что очень долго нашим, в общем-то, вообще основным позиционированием было то, что мы выпускаем обувь только из натуральных материалов. В общем-то, ничего не изменилось. Здесь у нас никаких компромиссов нет и быть не может. Мы уважаем своего покупателя. Ну вот мы рассказали уже о двух, да, трендах. Давайте продолжим. Их 5 мы назвали. Ну, как минимум, да. Еще один тренд – это лак. Ну, нельзя сказать, что как бы этот материал надолго как бы уходит со сцены обувной моды, но тем не менее он то появляется, то уходит. Вот этот год – это опять модно на самом деле. И опять же прослеживается это направление – опять же, не только в элегантной обуви, но абсолютно в любой повседневной, в какой-то классической, опять же, в тех же сандалиях или в обуви на шнурочках. Материал, который сегодня мы уже, то, о чем говорил Виталий, мы можем похвастаться тем, что этот вид материала мы производим у себя. Это не нужно осуществлять какие-то закупки в Италии или в других странах. Ну, то есть это одно из наших, ну, сегодня на самом деле тоже достижений, потому что материал очень дорогой, не так просто он создавался, но тем не менее мы это смогли. Молодцы. Да. Продолжим, да? Что еще? Так, 3, 4, 5. Мне же интересно очень, простите, мужчины, если вам пока скучно, но я думаю, что всем женщинам сейчас по ту сторону экрана тоже интересно. Хочу сказать про вид каблука. Как бы тоже один из трендов – это широкий каблук. И тренд, который на самом деле занимает первое место по удобству, потому что, ну, мы все знаем, что широкий каблук – это определенный комфорт, комфорт в носке. Ну, это и устойчивость. И устойчивость, да. Каблук может быть немножко разной формы, он может быть вот прямой, тот, который вы, Ксюша, держите, он может быть немножко расклешенный к низу, который, ну, вот мы увидим в нашей коллекции. Разная высота каблука, начиная от 30 мм и выше. Ну, то есть это абсолютный комфорт на самом деле. Каблуки, помимо того, что вот они, ну, коль уже затронули каблуки, скажу пару слов, да, вот то, что вы видите их такими красивыми, не просто бежевыми, как цветными, да. Да, они красивые и яркие. Это также одно из достижений последних нескольких лет нашего предприятия. Мы научились замечательно их красить, то есть под любой верх, под любую кожу, под любой материал мы можем создать абсолютно любой каблук. Покупателю это тоже очень нравится. Здорово. А какие носики в моде? Кругленькие, да, вот я смотрю модели. Ну, на самом деле какой-то такой вот очень строгой, что называется, вот привязки к носочной части в обуви теперь особенно в женской коллекции нет. Присутствуют, ну, если говорить про мировые тренды, ну, на которые мы ориентируемся, присутствуют и круглые носочные части, и кореобразные, ну, так называемые, немножко такие квадратные, срезанные, да? Да, да, срезанные. Есть, ну, последняя выставка показала достаточно много узких носочных частей, ну, то есть те, которые такие обязывающие, которые больше привязаны к какому-то узкому, строгому каблуку шпилька, ну, то есть, в принципе, на самом деле все, абсолютно все. Мы про все тренды рассказали, которые подготовила. Да. Я уже просто сбилась со счета. Нет, это был 4-й. Ну так, я немножко в качестве 5-го хочу буквально пару слов рассказать про цветовую гамму в женской коллекции. Сложно что-то выделить особенное, но тем не менее. Есть очень красивый цвет пудра, который очень нравится женщинам, который в достаточном количестве представлен в очень многих коллекциях, моделях нашей женской коллекции. Есть цвет утонченный беж, который подойдет абсолютно к любому виду одежды, к любому стилю, образу. Есть, естественно, белый, который также очень любят женщины. Естественно, черный и, опять же, ну, может быть, кого-то удивлю, но, тем не менее, очень моден красный. Это цвет, который, наверное, обязывает, но, тем не менее, он также присутствует в коллекциях самых мировых брендов. И для самых смелых. Да, да, и для самых смелых. Ваня же пытается третий раз задать вопрос, тоже заинтересовал. Ну, мне тоже было интересно дослушать про тренды современные. Прочитал в интернете, не знаю, миф, не миф, вот сейчас вы мне поможете. Пишут, что обувь нужно покупать в той стране, в которой ты родился и в которой ты живешь, потому что форма ноги у разных народов, в разных странах, она отличается, и только в той стране, вот, откуда ты родом, только там могут произвести обувь, которая не навредит, ту колодку, в которой будет удобно, в которой нога там не изменит свою форму и так далее. Правда это или нет? Или все-таки речь об универсальности? Нет, на самом деле это абсолютная правда. Ну, сложно сказать, допустим, что покупатель в Беларуси отличается от России, естественно же нет. Но если говорить про итальянскую обувь, то очень редко она подходит нашим покупателям, потому что все-таки колодки, которые создают итальянцы, они такие, достаточно узкие, именно вот в этой самой, что называется, главной части стопы, в пучках, да, они узкие, и носить их, очень сложно, такому русской женщине, что называется. С другой стороны, допустим, если уже мы коснулись колодок, могу сказать, что есть немецкие колодки, которые, наоборот, очень широкие. Так, на самом деле, сложилось. Ну, мне кажется, для женщин нет каких-то непреодолимых вещей, можно разносить любую, да, если красивая обувь. Да. Если пара понравится, то, поверьте, никакие страдания не станут мешать для того, чтобы купить эту обувь. Да-да-да. Ну что, переходим к мужской. Виталий заскучал немножко. Да, с удовольствием. Он сразу как операторы приободрили. Да, я внимательно слушал, Инна рассказала очень много интересных вещей. Я со своей стороны хочу сказать, что самый главный тренд все-таки это настроение человека. Когда оно хорошее, он на многое способен. Я хочу сказать о том разделении, скажем так, стилевых линий, которые у нас присутствуют в мужской коллекции. И начну с классики, с элегантной классики. Как правило, мужчины обувают эту обувь на переговоры, где самое главное чувствовать себя уверенным. А уверенность им придают то чувство современности, которое они ощущают, и чувство комфорта. Современности мы добиваемся тем, что обувь выглядит элегантной благодаря носочным частям современным, которые у нас преобладают в колодках обуви. Это все занятие непростое, колодочниками не становятся, колодочниками рождаются, и нет ни одного университета в мире, который готовит людей по этой специальности. У нас такие специалисты, слава богу, есть, и они хорошо знают свое дело. Колодка может быть наполненной, может быть зауженной, может быть с современными гранями. Мир сейчас очень разнообразен, но мы стараемся соблюсти паритет и гармонию в этих носочных частях. Что еще придает современность мужской классической обуви? Это гибкие подошвы из современных материалов, это особые виды перфорации, это плиты теснения под брутальные виды животных, назовем их так, крокодил, например. Это очень все современно в коллекции весенне-летнего 2018 года. И, например, если какие-то виды перфорации придуманы еще 200-300, может быть, даже лет назад в кожаной обуви в Англии где-то, но они продаются до сих пор, и их умелая комбинация, она все время обувь делает современной. Ну, потому что мы можем сделать акцент вот на это. Да, конечно. Ботинки. Если вы заметили, то здесь цвета не совсем классические, но они модные, они трендовые. Вот серые оттенки, синие оттенки. Подошва, которую мы здесь использовали, это подошва из сверхлегкого, износоустойчивого материала итальянского. фрезеровка вот боковой поверхности, она позволяет это подчеркнуть. Современный очень рант. Рант – это одно из украшений, которое, ну, позволяет себя использовать в мужской классической обуви. Чем мы добиваемся комфорта? Чем мы добиваемся комфорта в классике? Это, безусловно, в первую очередь удобные колодки. Конечно, вот Инесса говорила об итальянской обуви, но у нас есть все возможности благодаря специальному программному обеспечению по проектированию колодок сохранить тренды, но в то же самое время сделать колодку удобной для нашей славянской ноги, для того, чтобы покупатель любой мог ее подобрать. Это первое. Второе – это те высококачественные кожи, которые мы используем для верха обуви. Для классики она, как правило, подбирается самого высокого качества. Внешний вид обеспечивает крема, воска, которые мы не стесняемся покупать в Италии, в Европе в первую очередь. Она придает блеск, но блеск современный. Здесь нет ничего вычурного, все очень гармонично. Помимо того, мы сейчас используем специальные стельки, которые дублируются материалом memory foam, которая позволяет запомнить анатомию стопы и сохранять форму в течение нескольких дней, недель. В процессе носки она это просто... Это вот то, что я нащупываю пальцем, конечно, она просто мягче, амортизирует как бы. Помимо этого, она формирует рельеф стельки, и если... Ну, один хозяин обуви, как правило, он один, да? Вот, то ему второй, третий раз уже не нужно, как говорят в просторечии, разнашивать ее. Она всегда уже сформирована стелька по его стопе. Кроме того, сейчас очень широко используются, особенно вот в преддверии летнего сезона, различные плиты, тиснения. Мы можем их увидеть у нас на стенде. Подплетение. Вот еще кроссовки. Да, это я рассказал сейчас о классической обуви. Что касается еще двух направлений основных, это направление casual, лозунгом которого, наверное, является все-таки свобода и тот же комфорт. Тогда я возьму вот этот ботиночек. Да, конечно. Я права? Да? Да, здесь мы в первую очередь подчеркнем очень разнообразные виды подошв, очень разнообразные виды материалов, их комбинации. Подошвы приходят сейчас вот в этот стиль, который когда-то был повседневным, сейчас он стал очень модным и трендовым, скорее всего, из спорта. Из спорта даже таких традиционных, известных спортивных брендов, как Adidas, Nike, Reebok. Источником идей для современных модельеров подошв является спорт. И это все опять-таки потому, что жизнь стала очень динамичной, очень развивающейся. И спорт, ну, в почете, скажем так, у потребителей. Выглядеть спортивно, современно, это очень модно. Кажется, Ваня, тебе подходит под пиджачок сегодня твой. А ты на меня примеряешь? Я как раз хотел спросить у вас, сколько пар обуви должно быть у мужчины. С женщинами все понятно. Чем больше, тем лучше, нет предела. А для мужчины, ну я не знаю, но это должна быть, наверное, какая-то официальная. Я думаю, что каждый решает сам для себя о количестве пар в его гардеробе, пар обуви. Все зависит от того, какие цели в жизни он перед собой поставил. Если они амбициозны, то, наверное, обуви должно быть больше, разнообразной. Если он больше думает о душе, ну, наверное, тогда можно обойтись малым. Но в любом случае, вот три направления, они должны присутствовать у него в гардеробе. Для того, чтобы он мог одеть, обуть пару обуви на переговоры. То есть официальная какая-то обувь? Да, конечно. Для того, чтобы он мог прогуляться с супругой, с детьми. То есть какой-то casual, да? Будет? Casual, да, свободный стиль, абсолютно верно. Когда можно одеть обычные джинсы, в конце концов. Ну и спортивный стиль, когда он совершает вечернюю эмоционную прогулку перед сном, либо прогуливает домашних животных, я не знаю, у кого какие. Но это на самом деле позволяет выглядеть уверенным, то, о чем я сказал в начале нашей беседы. Я думаю, для мужчины это главное. Это главное. Я, вы знаете, на что сейчас обратила внимание? Я вот держу кроссовок, да, в руке и понимаю, что ведь сейчас очень многие мировые бренды переходят на заменитель. И все-таки это не очень приятно, как мне, например. Может быть, я немножко недооцениваю. Я бы разделил этот вопрос на две части. Что касается использования синтетических материалов в спорте высоких достижений, это одно направление, когда они очень высокотехнологичны, и они в то же самое время высокоэкологичны. Нет, я сейчас больше говорю про ту обувь, которую мы пользуемся. Да, обувь, которой мы пользуемся в ежедневной, в ежедневной носке. Здесь я бы все-таки предпочел натуральный верх, пусть даже в комбинации с какими-то синтетическими, модными итальянскими материалами, текстильными, которые мы привозим специально и комбинируем их с кожей, с велюром. Это придает тот спортивный стиль, который обувь обязана обладать. Такая. Но я бы предпочел все-таки натуральный верх для такой обуви и натуральную подкладку зачастую. Хотя мы тоже используем и синтетические виды подкладок, но, как правило, они со специальными мембранными свойствами, которые отводят лишнюю влагу избыточную от ноги. Но это уже дело вкуса, а у потребителей он достаточно разнообразен. Мы обязаны угодить как можно большему количеству потребителей, который всегда прав, как известно. Поэтому стараемся достичь разнообразия. Для человека, может быть, в каком-то уже возрасте, перешагнувшем рубеж определенный, как для меня, важнее кожная подкладка, а для молодежи важнее возможность иметь еще 2-3 пары подобной обуви. Тогда он предпочтет более недорогую, назовем ее так. Вот мы так от молодежи, мне хочется перейти к детям, потому что мне кажется, что вот юные наши телезрители сидят перед экраном и думают, но когда же покажут модели те, что предназначались для нас? Товарищи, осталось ждать совсем недолго, буквально через минутку. Пока давайте посмотрим ролик о том, как снимаются видеоролики рекламные компании «Белвест», а потом покажем и расскажем, что ждет деток. дождались. Вот такие красивые кроссовочки скоро очень появятся на ножках наших белорусских деток, российских, вообще всех деток, которые могут посетить магазины Белвест вместе со своими родителями. Инна, расскажите, пожалуйста, о детской коллекции нам. Да, с удовольствием хочу про нее рассказать. Это на самом деле сюрприз, потому что, ну, я могу точно сказать, что мы о ней говорим просто реально первый раз. Это, ну, наверное, теперь уже новый проект, потому что где-то, наверное, 4-5 лет мы не занимались детской обувью. Ну, просто по огромнейшим просьбам и в сети, и просто звонки от покупателей, и какие-то записки, письма в магазинах, которые просто преследовали нас и говорили, ну почему же вы не делаете детскую обувь? Ну вот пришлось на самом деле. Нам это безумно опять понравилось, потому что, ну опять же, с какими-то новыми технологиями, которыми мы сегодня владеем, работать с этой обувью очень интересно. Начинаем мы вот с такого прогулочного ассортимента. Мы не называем эту обувь кроссовками, мы называем это обувь для активного образа жизни. Вот, но это то, о чем говорил Виталий, там с собачкой, с детками, да, куда угодно. Да. Художникам, модельерам, которые работают сегодня с этой обувью, безумно интересно, потому что, ну вот, куда как не сюда вылить весь вот этот вот запас творческих каких-то порывов и эмоций. Хочу попросить операторов немножечко крупнее набрать принты, чтобы было видно, да, вот здесь такие комиксы с Суперменом. Супергерои, да, там изображены? Это да. Наши, не американские. А, наши супергерои? Это белорусские супермены, да. Милейшие такие, не знаю, как их назвать, прям скелетики, человечки. Ой, и Симпсонов Барт. Узнаю. Да. Ваня, ты смотришь мультики. Ну, был такой грешок в детстве. Слушайте, а вообще детская обувь, она должна понравиться родителям детей, которые купят эту обувь? Мне кажется, Ваня, я тебе могу как мама сказать однозначно, что в первую очередь обувь должна понравиться детям. Иначе шансов нет. Да? А я как папа подтверждаю. Прошли те времена, когда родители покупали обувь на вырост или только то, что нравилось им, ничего подобного. Сейчас этим правят дети. И уж поверьте, не уговорите вы носить ребенка, если ему не нравится та или иная пара. Вот, поэтому... Я хочу цветочки, да, тоже еще показать. Вы наговорите, да, я вот попрошу тоже для тех, кто... Для принцессок. Да, с удовольствием приглашаю, ну, наверное, все-таки не раньше июля, но с удовольствием приглашаю в магазин родителей с детками, чтобы можно было подготовиться к школьному сезону и приобрести себе, ну, как минимум одну пару. Обязательно, мне кажется, это нужно сделать. Еще можно, я как... Видите, мама во мне проснулась окончательно. Кажется, даже женская коллекция не так меня тронула. Но просто, на самом деле, найти хорошую, качественную обувь для ребенка, чтобы она была из натуральных материалов, достаточно сложно. Я думаю, что со мной согласятся очень многие родители. Поэтому Белвест делает очень большое дело, когда запускает детскую коллекцию. И я очень надеюсь, что вы не остановитесь только на прогулочной обуви. Нет, а что это будет и зимняя обувь какая-то, и сапожки, и туфельки, и нарядные, и так далее. А вот для тех, кто более сдержан, скажем так, любит сдержанные цвета, но при этом вот такой яркий акцент, здорово. Я вообще обратила внимание, что во всех моделях, вот и в женских, и в мужских, и в детских, есть очень классные акценты, поэтому спасибо вашим дизайнерам, что передадим, обращают на это внимание, это действительно здорово. Спасибо. Время в нашей программе уже совсем не остается, хочется говорить еще, рассказывать, так интересно все, но я думаю, что будет еще новая встреча обязательно. Вас с предстоящим юбилеем. Спасибо за то, что были вместе с нами. И хорошего светлого вечера вам. Спасибо вам. Приглашаем в наши магазины. Обязательно. Мы же продолжаем программу, еще не прощаемся. Традиционная рубрика нашей программы – телеафиши. Какие культурные мероприятия пройдут в нашем городе в самое ближайшее время? Эту компанию знает каждый белорус. Более 150 наименований продукции, более 25 лет работы на рынке, более 10 стран, где живут наши потребители. И заслуженная победа в конкурсе «Выбор года 2017» в номинации «Вафельные изделия №1». Витьба сделана с любовью. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебская двина» представляет фотовыставку Валерии Касперовой «Линии жизни». Мать и ребенок. Невидимая связь любви, заботы и нежности. Связь сердец, которая начинается задолго до рождения ребенка. Невидимые нити, связывающие мать и дитя, рисуют причудливый и прекрасный узор на работах автора. Выставка работает с 10:00. Витебская областная филармония приглашает на концерт камерной музыки «Весенняя фантазия» при участии Татьяны Мовля и Татьяны Шахрай. В программе прозвучат произведения белорусских композиторов и популярные классические мелодии Шуберта, Баха и Дворжака. В исполнении цимбал вы услышите виртуозные произведения Россини и Сарасаты, пленительные мелодии Рахманинова и Римского-Корсакова. Богатейшие тембральные возможности инструмента позволят вам увидеть его с новой, неожиданной стороны. Начало концерта в 18:30. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет спектакль «Афинские вечера» по пьесе Петра Гладилина. Строгий глава семьи намерен сделать свою талантливую дочь известной пианисткой. Сама же девушка тяготеет скорее к делам сердечным. Проблему отцов и детей берется решить вернувшаяся из Европы бабушка. Прирожденная аристократка, чье непосредственное чувство юмора и свободолюбивый характер поставит все планы семьи с ног на голову. Начало спектакля в 19:00. Это была афиша мероприятий на завтра, на пятницу, ну а партнер афиши — кондитерская фабрика «Витьба». Ну, кто-то любит покушать, кто-то любит красивую обувь, а мне хочется сказать, что весна – это время любви, поэтому обязательно любите друг друга и будьте счастливы. Завершает нашу программу музыкальный номер Игорь Ходосевич и шоу «Балет. Сенсация». На сегодня это все. Нескучного вечера. Пока. Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня ты? Не дает до утра спать снег, растаявший он вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Не дает до утра спать снег, растаявший он вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны. Разучился смотреть вдаль, разучился считать до 100, разучился любить февраль, он украл тебя навсегда. Разучился смотреть вдаль, разучился считать до 100, разучился любить февраль, он украл тебя навсегда. Расстаются, когда ложь, засыпают, когда тьма, и по телу, когда дрожь, разрешают сводить с ума. Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Забыть, забудь, только знай, что в конце пути никого уже не вернуть. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть.